Всем привет, уважаемые наши и неуважаемые, ну, в общем-то, всем привет. Существует море способов приманить удачу, но мы расскажем вам о некоторых, ну, просто на удивление особенных. Вот, например, есть такой роскошный способ убедить удачу в том, что тебе ее подарки типа не нужны. Это способ от противного. То есть вы как бы уславливаетесь с удачей, что она вас не догонит. Вот она вам свои подарки прямо в руки сует, а вам, ну, не надо. И вы говорите: ну, слушай, удача, ну чем ты меня порадовать можешь? Ну, разве уж чем-то совсем оригинальным? Типа дом на Канары или выигрыш в лото на миллиард. А тебе слабо, дорогая? Так я тебе сама лично подарок сделаю. Желай, все исполню. И начинаете желать удачи получить именно то, чего бы вам хотелось. В такие игры можно и нужно играть с удовольствием, весело и с огоньком. Удачу надо визуализировать в виде симпатичной взбалмошенной девушки и подразнить ее. Дорогая, а чего бы тебе хотелось? Можно пригласить удачу посидеть в ресторане. В конце концов, если она такая балная и капризная, можно купить ей цветы и подарить. Пойдите в симпатичный ресторан или кафе, закажите там столик на двоих, закажите свои любимые блюда и угостите удачу. Пусть она тоже порадуется. Пусть и ей тоже будет хорошо. А не пускайте за свой столик никого, потому что вы не один. Ваша спутница уже сидит напротив. Ну и пусть ее не видно остальным, вы в курсе, что она тут, рядом. Посидите, помечтайте, как вам будет весело и приятно с удачей вместе ездить по миру. Или, ну я не знаю, мечтайте о том, что вам хочется. Потом скажите спасибо за приятную компанию, оплатите счет и спокойно уйдите домой. Пусть удача сама бегает за вами. Ей иногда полезно размяться. Кстати, способ работает, проверено. Так что удачи вам всем!